Так, 13 октября 2019 год, Харьков, Саржан Яр. Меня больше всего интересует новая велодорожка. Пошли посмотрим. Где эта дорожка вело? Вон, по-моему, она. Мостик. Веломостик. О! Фатбой. О, сейчас по мостику пройдемся. Вот туда мы сейчас рванем. Ну, конечно, мы тут были не единожды, просто редко попадаем. Были, конечно, были. Не знаю, где-то ты была не с нами. Матерь Божья, народу сколько. Там люди рыбу ловят. Не, вот этого точно здесь не было. Так, это веломост, на котором велосипедиста встретить большая резкость, я так понял. Какая красота! Смотри, какая велодорожка. Вообще молодцы. Да. Конечно, велосипедисты этим пользуются в меньшей степени, чем все остальные. Но кто же откажет себе в удовольствие пройтись по такому замечательному, прозрачному, между прочим. Помаши в камеру ручку, ну, на тень. Рыбу будем ловить. О, все, уже сняли даже заборчики, смотри. Я его реконструировали долго, блин. Долго-долго. Рыбу пойдем смотреть, какого.
А? Без понятия. Ну, смотреть бесплатно, а ловите. Вообще не могу тебе ничего сказать по этому поводу. Так, как... Да не, бесплатно это... Я даже не знаю, где сейчас бесплатно можно ловить. Сейчас бесплатно можно только в ванной ловить у себя за ночью. И то, если поймаешь, сразу штраф. Ладно, сначала пойдем поглазеем на рыбешку. Так. Вон она плавает, вижу. Слушай, ты видишь, ты посмотри, сколько удочек. А не видишь, как рыбу ловят? Они по голове просто рыбу бьют, удочка. И все. Можно, конечно, чего нет. Ну, вон она, смотри, плывет. Вон, подплывает. Зараза, вода отражает. Вон она плывет. Ну, как длинная. Я не вижу. Не видишь? Вот, смотри, поймали. Пошли, так, чтобы свет падал с другой стороны, пошли. О, ну смотри, кишит все. Реально, куча рыбы. Либо они уже. Ой, смотри, прямо к нам подплыла. Пошли. Пошли посмотрим на этот самый. Где пошли? А? Подожди, а он еще мостик что-то. А он еще мостик сделал, да ты видишь? Да там же, наверное, возле родников. Пошли, пошли. Да, это сегодня воскресенье, выходной день, 13 октября, плюс 20, елки-моталки. Такая вот у нас осень. В футболочках люди. Выбивается, конечно. Директор катка. Что за виселица? Мне интересно. Назначение виселиц этих какое, Таня? Ты ведешь вот тут, он дает нам освещение. Освещение? Логично. Ну, я веду вас туда, где они могут быть. А если они там или нет? Ну, там впереди основная такая развлекуха. Прямо рядом с родничком. Thank you.
Там впереди есть деревянная церковь красивая. Вот он, Саржин Яр. А что же это такие за... Остатки. Строительных работ. Ну, в такую жару люди в плавках не вызывают удивления. В отличие от крещения. Надо, кстати, водички сейчас будут попить. Ух ты, посмотри. Я не помню, чтобы здесь тоже было столько. Так, сейчас повыше заберусь, и будет нам хороший ракурс. Какой кошмар, сколько народа. Узор чудовых небокрай Саржин Яр. Тринадцатое октября 2019 год, Харьков. Саржин Яр. Сейчас на канатную дорогу и в парк Горького. Все компактно, близко и хорошо.